Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас снова рубрика «Вяжем руками за один день, быстро, без крючка и спиц, быстро, красиво, дешево». Потому что пряжа это недорогая. Вязать будем. Обращай внимание, девчонки, очень внимательно, потому что, опять же, чтобы не возникали вопросы потом, а у меня петля больше, потому что вы купили другую пряжу. Alize Puffy Fine. Вот, Fine. Обязательно. Здесь у нас петля 2 сантиметра. Нужно нам 5 мотков. 5 мотков по 100 грамм. Всего 500 грамм. Это на мой размер. Размер у меня 46, 48, 40, ну, 44, 46, 40. Я сама не знаю, к какому размеру меня уже нужно отнести. В любом случае, мы будем мерять на себя. Начинаем мы одинаково для всех размеров. А далее корректировку всю на ваш размер я буду по ходу рассказывать. Поэтому упаковка пряжи у нас состоит из 5 мотков. Нам как раз упаковка пряжи 500 граммов и нужно. Так, девчонки, и изначально я собиралась делать только обычный вырез, но потом у меня пришла идея с этим хомутом воротником, поэтому мотков 6 на этот размер. Ну, в принципе, это у меня ушло где-то 5,5, чуть больше. Ну, нет, 5,5. Но, девчонки, это такое, знаете, всегда лучше берите запас, потом какую-то шапку свяжете. Далее, что хочу сказать по поводу пряжи. Параметры. Я вяжу из цвета 599. Бежевый такой молочный, красивый. Кофе с молоком, очень красивый цвет. И у нас в 100 граммах 14,5 метра. На этот фактор тоже обращайте внимание, чтобы не было там 9, по-моему, метров у Alize Puffy. 100 граммов 14,5 метров Alize Puffy Fine. И начинаем мы с того, что вяжем мы сверху вниз. Начинаем от горловины и отсчитываем 48 петель. 48 глазок вот этих. Первое, как бы, у нас мы разрезаем. Вот так вот должно у нас выглядеть. Давайте я вам покажу, как это сделать. Если у вас, допустим, начало мотка и у вас нет этой штучки, вы просто одну петельку вот так вот разрезаете, и вот эта вот часть у вас будет как бы кусочек для крепления, привязывания. Значит, 48 петель. Я считаю по 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. По 2 петли, я считала, это 48 петель. Так, и фиксируем. То есть здесь я вот. Есть. Я сейчас вот так вот поверну, мне удобнее будет вязать. Выравниваю это все, перепроверяю. Так, это у нас уже пошла из рабочей нити. Вот он, узелок, перепроверяю. Раз. То есть 48 петель у меня здесь. Так, и теперь мы вяжем первый ряд. Вот, начинаем отсюда. Вот он, наш узелок, вяжем лицевыми петлями первый ряд. Вот, берем в петельку, которая петля нашей основы, продеваем петлю рабочей нити. Вот она у нас, рабочая нить. Один круг мы провяжем.
Так, вот мы провязали круг, и теперь мы делаем разделение на регланные линии. Каким образом? Вот основываемся на начало ряда. Далее вяжем 18 петель, вот, начиная отсюда с начала ряда. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Теперь делаем регланную линию. Что это значит? Следующая петля у нас регланная линия. Это значит, что перед ней мы оставляем петлю дополнительную, провязываем регланную линию, и после нее тоже оставляем одну петельку дополнительную. Далее вяжем 4 петли. Раз, два, три, 4. Далее снова регланная линия. Это значит, что одну петлю оставляем, провязываем регланную линию и после нее тоже оставляем. Далее 18 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Далее третья регланная линия. Это значит, что перед ней мы оставляем петлю, провязываем и после нее оставляем петлю и вяжем 4 петли. Раз, два, три, 4. И последняя, четвертая регланная линия, и вот мы уже провязали круг. Это значит, что мы оставляем петлю, провязываем и оставляем. И далее вяжем уже следующий ряд. Что же у нас получается, девчонки? Значит, у нас получается, что мы с этой точки начинаем движение. У нас 18, регланная линия, 1 петля, 4, регланная линия, 1 петля, 18, то же самое, регланная линия, 1 петля, 4 петли и регланная линия, 1 петля. По бокам от регланных линий будет теперь всегда плюс 1 петля в каждом ряду. Видите, как плюс. Так, понятно. То есть петли далее мы не считаем, мы просто в регланных линиях в каждом ряду мы добавляем по одной петле и так далее. Вот это все идет вот так вот, плюс, 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 плюс. Так, показываю. Значит, что, давайте посмотрим у нас, как это выглядит в оригинале. Значит, вот одна регланная линия, по бокам от нее 2 петли дополнительные. Далее вторая регланная линия, вот она, и 2 петли дополнительные по бокам. Далее передняя деталь, третья регланная линия, где она, вот она, смотрите, ее видно, 2 дополнительные петли.
И четвертая, вот она. Вот так далее мы и вяжем. Все петли по центру мы провязываем. Вот сейчас я, допустим, вяжу. И вяжу до того места, пока не довяжу. Вот здесь вот тут очень внимательно. Вы можете отметить эти регланные линии маркером, либо ниточкой обозначить, как угодно, как вам угодно, чтобы их не потерять. Я, допустим, вот сейчас я покажу, я вяжу. Пока не дойду до дополнительной добавленной петли. Вот, смотрите, вот я ее нашла, вот она, ее видно, да, она не провязана, она добавлена. Вот я ее провязываю, и после нее у меня идет линия реглана. Это значит, что я одну, опять же, оставляю, добавляю ее, провязываю линию реглана, и вторую тоже, после нее тоже оставляю. Эту, которая у нас добавилась в предыдущем ряду, я провязываю, и вяжу далее. То есть я выполнила то же самое действие, как бы, что и в предыдущем ряду. Вот в предыдущем вот у меня две добавлены, в этом ряду вот две добавлены. Вот эта линия, она сплошная, неизменная. Это для тех, кто совсем новичок и не вяжет. То есть ориентируемся на вот эту линию. В каждом ряду вот рядом по бокам от нее будут добавляться петли. А эту можете обозначить маркером, либо вот так вот внимательно мы вяжем. Потому что можно, и я бывает там засмотрюсь куда-то и теряю. Да? Вот смотрите, я довязываю до следующей регланной линии. Я провязала петлю, которая была добавлена в предыдущем ряду, и снова добавила, провязала регланную линию и добавила следующую. И далее вяжу. Вот таким вот образом я вяжу по кругу и добавляю петли. Вот, видите? И таких их будет вот здесь вот две, и здесь две эти регланные линии. И у нас все будет расширяться. Так, смотрите, вот сейчас прекрасно видно саму конструкцию этой детали. То есть вот наши 4 регланные линии. Здесь добавляются петли везде. Видите, в начале, до и после, до и после, до и после, до и после. Вот такой вот конструкция. Так, далее, девчонки, что мы делаем? Мы, ориентируясь на самую нашу широкую точку, либо окружность бедер, либо окружность груди. Грудь у меня меньше 94 сантиметра, бедра 100 сантиметров. Это я ориентировочно вам говорю. Значит, я ориентируюсь на бедра. Беру половину, 1/2 от бедер. Если у вас грудь больше, вы ориентируетесь на грудь. Вам ее куда-то нужно вложить. Значит, 50 сантиметров. Вот. Это ширина нашей вот этой вот части. Вот от регланной линии и до регланной линии. У меня здесь 58 сантиметров. Это значит, что припуск на шов у меня составит плюс 8 сантиметров, да, и это нормально. В общем, припуск на свободу облегания примерно где-то 7-10 сантиметров, не больше и не меньше, потому что пряжа не эластичная, вам будет плохо в нее одеваться. Вот приблизительно вот такая вот свобода облегания. Так, сколько я у вас это может быть рядов больше, меньше, чем у меня. Я вам сейчас посчитаю, сколько у меня добавлений, да? Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И вот это вот еще будет 12-е. Значит, 12 добавлений. То есть в каждом вот у меня добавилось 24 петли. 24, 24, 24, 24 и 24.
по кругу, везде, потому что я эти добавления, да, делала везде по регланным линиям. Значит, это в общей сумме 42 петли здесь у меня, здесь тоже 42, здесь 28 и 28. Если вы... Это у меня всего 13 рядов. Первый ряд у нас был без добавлений. И далее 12 рядов с добавлениями у меня. Если у вас больше размер, вы вяжете еще, либо грудь шире, вяжете еще один ряд и меряете. Пока у вас окружность, допустим, 50 сантиметров, 50 сантиметров, господи, 55, да, возьмем сантиметров, вам нужно, чтобы у вас было... 63, 62, ну как уже получится, в общем, вяжите еще один круг, меряете, вяжите еще один круг, меряете и перепроверяете на себе, одеваете на себя, и вот так вот в этом месте вы меряете ширину вот на себя визуально. Если вам окей, то значит окей. Далее, что мы делаем? Здесь мы отделяем спинку, мы будем вязать вот так вот несколько рядов, только петли вот эти спинки, вот эти все петли мы оставляем. Что это значит? Теперь я уже перехожу на азиатский росток. Вот я довязала ряд, да, вот, вот моя ниточка, и я его как бы начало ряда считаю после вот этой вот как бы регланной линии, где я сделала добавление. И я вяжу петли вот эти 48, ой, 42, сейчас я как раз и перепроверю, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 38, 39, 40. 41 и 42. Все правильно, по спинке у нас 42 петли. Но мы еще в спинку забираем и вот эти петли регланной линии. Видите, вот эту петлю мы провязываем, это 43 петля. И когда будем вязать обратно, мы задействуем и вот эту петлю, и всего у меня будет 44 петли. Вот теперь я поворачиваюсь и вяжу слева направо. Так, есть. И вот ввязываю вот эту вот еще петлю. Все, теперь у меня здесь 44 петли. И снова я поворачиваюсь и вяжу справа налево эти же 44 петли. Так, здесь у меня закончилась ниточка. Я вам покажу сейчас, как присоединять. Вяжу еще два ряда, справа налево один, слева направо один. Провязала я еще два ряда, и теперь следующий ряд, пятый он получается. Значит, что у нас получается? У нас получается, что спинка у нас удлинилась вот на 4 ряда, вот они 4 ряда, вот так вот, чтобы вам. Теперь я вяжу пятый ряд, и в пятом ряду буду соединять все детали, о, вернее, фу, не все, спинку и переднюю деталь. То есть я опять же вяжу эти 44 петли.
Так, довязала я до конца эти 44 петли. Теперь что я делаю? Петли рукава я оставляю и передвигаюсь к следующей регланной линии. Вот мои 24 петли рукава. 28. И я этой же нитью продолжаю с регланной линии, то есть соединяю и вяжу петли 44 вместе с регланными линиями петли переда. Так, дохожу вот до последней регланной линии. Теперь мы опять оставляем, вот смотрите, здесь мы оставили петли рукава, и здесь оставляем петли рукава, и переходим, вот она линия, и переходим на петли спинки. Покажется вам, обязательно вам покажется, что это очень странно, потому что здесь у нас, ой, господи, давайте вот так, спинка, вот такая вот дырка получается, это так должно быть. Мы сейчас вяжем вот эти 88 петель по кругу. И потом вот это все, если мы сложим вот так вот наше вязание, то здесь, благодаря вот этой вот ступеньке, видите, у нас образовался вот такой вот росток. То есть передняя деталь опустилась, чего мы и добивались, а задняя поднялась сама по себе. Вот благодаря этим четырем рядам, видите. Далее мы это все образуем. Мы эти петли потом спрячем, и все будет как положено. Вот, теперь я вяжу вниз эти 88 петель в круговую без никаких добавлений. Итак, на этом этапе, вот смотрите, я провязала в длину. Здесь вы можете корректировать. У меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 рядов кругов я провязала. И это у меня, если смотреть в сантиметрах, это 24 сантиметра. Теперь я разделять буду переднюю деталь и заднюю деталь. Это значит, что в середине, вот тут у нас по 44 петли, нам нужно четко разделить по 44 петли. И вот видите, где было соединение передней детали и задней, вот здесь мы теперь и рассоединяем. То есть я вяжу вот ровно до вот этой вот половины. Теперь поворачиваюсь и вяжу в обратную сторону. Это у меня передняя деталь сейчас. И я их вяжу отдельно, и переднюю, и заднюю деталь, для образования разреза. Сейчас это передняя деталь. Так, и я теперь, вот, кстати, теперь здесь вот смотрим, тоже был стык, и вот он, разделение. Значит, так вот отделю пока, и еще перепроверяем, ну, пересчитываем петли, но вот эту как бы разделение надо обязательно совмещать, чтобы не перекосило. Вот сейчас я вяжу переднюю детальку. Так, еще две петли. Все. И теперь я возвращаюсь и вяжу справа налево. Поворотными рядами вяжу. Все. Продолжаем до нужной нам длины. Девчонки, здесь вы уже корректируете как хотите. Высоту разреза, высоту, длину самого джемпера, лицевую сторону, где будет лицевая. Вот у меня она пока, на данном этапе, я склоняюсь к вот этой вот стороне. Но это не значит, что так и будет, что я не передумаю. Сейчас у меня еще в процессе все может измениться. В общем, вяжу переднюю деталь.
Итак, я провязала. Так, 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 сейчас я вам скажу сколько. Раз, два, три, четыре. 8 рядов. Так, и теперь с нового клубка, девчонки, я начинаю вязать. Вот здесь вот у меня осталась нить. Это, знаете, для чего? Сейчас я вам потом поймете. Значит, сейчас я привязываю нить от нового клубка и вяжу спинку. Спинку я буду вязать чуть длиннее, чем передняя деталь. Вот для этого я оставила открытыми петли, пока не законченными, чтобы подкорректировать длину. Возможно, распустить какой-то ряд, возможно, довязать, чтобы я уже меряла на себя, что и вам рекомендую. Вот так, теперь я вяжу вот эти 44 петли спинки точно так же поворотными рядами, вяжу спинку отдельно, эту часть оставляю отдыхать, вяжу только вот эти вот петли. Итак, что у нас получается? Вот смотрите, спинка длиннее на 2 ряда. Здесь у меня провязано 8 рядов, спинка у меня провязана 10 рядов. Вот, вот смотрите, все-таки у меня лицевая сторона будет вот эта. Вот здесь она похожа на платочную вязку. Так, что мы теперь делаем? Смотрите, у меня здесь нить, рабочая нить осталась с этой стороны, а здесь с этой стороны. И я беру переднюю деталь. С той стороны, вот я ее отогнула, с той стороны, где нет нити, я вот так вот, используя петли, которые у меня открыты, я закрываю все петли. То есть, как, каким образом, главное, я закрываю и не объяснила. Вот. Новую петлю беру и продеваю через вот эту вот. Теперь снова левую через правую. Таким вот образом закрываю все петельки. Здесь можно и крючок использовать, чтобы ускорить. Да, крючком быстрее. Ну, может, у кого-то пошустрее пальчики, а у меня, наверное, уже старость приходит. Вот заканчиваются наши открытые петли. Последняя петля. Теперь что я делаю, девчонки? Я теперь буду оформлять вот этот вот разрез. Каким образом? Значит, вот она петля следующего ряда. Я продеваю в нее крючок. Это можно делать и пальцами. Достаю петлю, потом достаю ее. То есть провязываем через вот эту. То же самое. Следующий ряд. Я показываю, что можно сделать руками, и продеваю через вот эту вот петлю. Вот такой вот цепочкой обвязываю этот разрез, оформляю его. Вот. Ну, смотрите, пропустила благополучно вот это вот. Видите, что? Так вот получается оформлен разрез. Так, здесь вот посерединке последняя. Вот.
Теперь сюда переходим на эту сторону и делаем то же самое и двигаемся вниз. Так, последняя. Так, теперь отрезаем вот таким вот образом и одна петелька распускаем. И завершаем. Теперь здесь у нас мы берем и тоже закрываем все петли. Это у нас вторая часть. Вот эту петлю, кстати, эту петлю можно было, я так понимаю, увести сюда. Но это мне дошло прямо сейчас. Не надо было разрезать. Но у меня она разрезалась самостоятельно. Так, заканчиваем, и последняя петля, и теперь тоже задействуем рабочую нить, которую мы не отрезали, и обвязываем разрез. То есть вот я закрыла, здесь мы закончили, да, обработали разрез, закончили, закрыли петли спинки, и теперь второй разрез этой рабочей нитью, которая у нас осталась, мы обрабатываем. Тоже можно это сделать пальчиками. Все, теперь тоже отрезаем одну петельку, разрезаем ее и заканчиваем. Все, я обработала и второй разрез. Теперь у нас по плану рукава. Так, показываю, что у нас здесь получилось. Значит, вот у нас спинка. Это у нас изнанка. Вот с лица как красиво все у нас оформлено. Разрезики и низ. Теперь рукава, девчонки. Что у нас по рукаву? На рукаве у меня 28 петель. И плюс, вот смотрите, у нас же есть петли дополнительные. Что мы делаем? Мы привязываем нить там, где пройма у нас. Это у меня 28 петель. У вас может быть свое количество петель здесь по рукаву. Значит, я показываю вот только эти петли подреза. Мы их набираем вот таким вот образом. Раз, два, из каждого ряда по одной петле, три, четыре, пять. Все. Теперь вяжем петли, которые, видите, использовать я буду ту сторону, а вяжу я по лицу, потому что мне удобнее вязать как лицевую петлю, поэтому вот так вот. Так, и все.
Теперь здесь мы просто соединяем и вяжем. А вот почему у меня здесь дырка, это вопрос. Что мы ее потом этой ниточкой здесь вот этой вот я закреплю. Что-то мне не нравится. Возможно, она потом... Знаете, я так понимаю, что вот эта петля у меня лишняя. Да, кстати, девчонки, простите, не 5, а 4 вот здесь. Сейчас вам покажу, почему. Вот, видите, я начала набирать. У нас же это здесь было 4 ряда. Вот. Набрала я 5 петель. Это же неправильно, правильно. Нам нужно из этих рядов. Значит, я сейчас просто исправлю это все дело. Сняла я вот эту первую петлю, которая нам не нужна. Так. И тут у меня что-то такое непонятное. Раз, два, три, четыре. А вот эта вот петля, видите, это просто ряд предыдущий. Поэтому... Значит, вы когда будете набирать вот эту петлю первую, не считайте, потому что здесь она должна соединиться. Я пока сейчас не буду завязывать там. Вот. Правильно? Ну, получается, что правильно, знаете что? Вот. Здесь мы сделаем вот таким вот образом. Сейчас я на втором рукаве вам покажу. Понятнее. Есть. И вот эту вот петлю. Сейчас все я вам покажу, девчоночки. Мои хорошие. То есть я дополнительных набрала 4 петли. Вот здесь вот в начале. Теперь давайте и вяжем, продолжаем вязать рукав. По сокращениям я сейчас все вам расскажу. То есть здесь мы начинали с этих 4 петель. Здесь же, смотрите, второй рукав. Просто ошибочка у меня вышла, я одну лишнюю петлю набрала. Сейчас я вам покажу, что мы делаем. Как-то не набираем. Такс. Видите, что я задействовала вот этот вот ряд, который не нужно было задействовать. Вот. Сейчас я вам все. Я 2 петли распустила на всякий случай. И теперь я начинаю. Сейчас я не буду связывать, я потом сейчас провяжу. Провязываю все петли. Это у меня. Левый рукав. Вот правый мы начинаем с дополнительных петель, а левый с основных. Я провязываю все основные петли. Так, и вот я провязала все остальные петли и набираю 4 из вот этих вот дополнительных, которые мы в спинку провязывали 4 ряда. Раз, следующий ряд, второй. Два. Три. И 4. Так, все правильно. Теперь вот это... Петля у нас относится к этой петле, предыдущему ряду. Их нужно вот здесь вот скрепить. Так, я переношусь уже сюда в круговое вязание, распустив при этом раз, два, 2 петли. Кошмар, в общем. Так,
и перехожу на вот эти вот петли. То есть к нашим петлям мы добавили 4. У вас какое бы количество петель не было в рукаве, вы тоже добавляете 4 и вяжете далее по кругу. Здесь так, а здесь я то же самое делаю. Вот этой ниточкой я вот соединяю. Здесь эти два ряда, вернее, этот ряд в кучку. Вот, вот, чтобы не было дырки. И все, мы вяжем круговую вверх рукава. Итак, рукав. Я вот один уже провязала немножко. Что хочу сказать. Вот мы вяжем. У меня 1, 2, 3, 4 круга провязано. И теперь я буду делать сокращение. То есть через 4 ряда, в каждом четвертом, как хотите, так и считайте. Вот я сейчас это делаю в пятом. Далее у меня будет через 3 в четвертом. Ну, то есть периодичностью в 4 ряда делаются эти сокращения. Значит, сокращаем мы всегда по одной петле. Вот. И смотрим, чтобы это было вот примерно в районе проймы, да? Первый раз это вот я складываю, вот видно, да, где ниточка привязана, где пройма. Вот так вот 2 петли и через них провязываю одну петельку. То есть с двух я сделала 1. И далее вяжу снова по кругу. Вот так, 4 круга сейчас. И потом снова. Что, в чем особенность? На что обратить внимание? Вот смотрите, если я первые вот сделала здесь. Вот она первая, второе сокращение. Третье, четвертое, да, и я это ориентирую, чтобы они были примерно в одной линии. Вот, и сокращаем до того момента, пока вам недостаточно будет вот ширины рукава. Вот я еще, наверное, 2 петли сокращу. Вот, вот, вот так вот. Так, девчонки, длина моего рукава составляет 34 ряда всего. Вот, вы меряете по своим ручкам, девчонки. Тут я уже в сантиметрах говорить не буду. Значит, что я делаю? Я закрываю петли в обратную сторону, как всегда. Если вот взять по изнанке, да. У нас получится тоже направление, как мы закрывали снизу. Здесь рабочая как бы нить остается здесь. Здесь я отрезаю ее, одну петельку оставила, разрезаю и фиксирую вот эту последнюю петлю. Все, сам джемпер у нас как бы готов. Сейчас я его выворачиваю на лицевую сторону наконец-то. Вот эти ниточки, где у нас все, мы продеваем на изнанку. Вот, смотрите, как красиво он смотрится изнаночной гладью. Получается эффект платочной вязки, который мы все, практически все любят, да?
Так, еще нам нужно первый вариант горловины. Вот, я его обработаю вот таким вот образом. Смотрите, я беру нить. Теперь начинаю отсюда. Там, где у меня ряд начинается, да, я продеваю первую петлю. И теперь, как мы закрывали низ, но теперь косичкой мы обвязываем горловину. Это значит, в каждую петлю я продеваю крючок, либо руками вытаскиваю петлю и провязываю через вот эту вот петлю. Смотрите, вот они петли, которые мы набирали, как бы они петли набора. Вот в нее я и продеваю. И вот по кругу я обрабатываю эту горловину. Получается вот так вот обработана горловинка симпатично, и как раз она будет держать форму. Вот последние как бы стежки, и мы заканчиваем это все дело. Так, вот видите, вот здесь вот мы начинали. Теперь я оставляю две петельки, разрезаю, чтобы... Потому что сейчас мы сделаем как бы петлю, и теперь вот теперь я беру ее, вот эту ниточку, и продеваю через, так, вот эту берем через предыдущую петлю, и вот таким вот образом, нет, не так, так, продела. И теперь продеваем ее вот в эту петлю. Вот здесь у нас получается очень много всего, что мы продеваем туда, внутрь нашего вязания, вот эти вот остатки, и прячем. И все, это как бы закончена модель без горловины. Так, вот. Вот такая вот у нас горловина получается без хомута. Так, ну и теперь, девчонки, второй вариант. Значит, что у нас говорит второй вариант, что это горловина, которая мне пришла в процессе, не планировалась она, но потом я решила, все-таки она у меня нарисовалась в моем мозгу, вот, и я решила ее сделать. Так, что для этого мне как бы нужно? Здесь я начинаю как бы джемпер у меня, я распустила, да, вот эту вот обвязку, которую для простого джемпера, и теперь я вяжу отдельно. Вот, я привязываю ниточку.
Так, привязала. И теперь я вяжу как бы лицевыми петлями с изнанки, вот, да, чтобы на лицо у меня были лицевые петли. Что я делаю, девчонки? Вот смотрите, я, получается, что вот эту вот петлю регланной линии я пропускаю. Это значит, что я немного уменьшаю количество петель. Смотрите. Я вяжу из каждой как бы петли. А здесь вот одну пропускаю. Видите? То есть здесь у меня две между петлями. Тут еще нужно будет проверить на пролезаемость головы. Тут сильно как бы узкую горловину мы сделать не можем, потому что у нас голова должна пролезть. Пряжа это не эластичная, поэтому рассчитываем на то, что голова должна пролезть. Так, вот у нас, смотрите, регланная линия, я тоже пропускаю вот так вот две как бы петли, то есть я ее пропускаю. Если у нас при наборе было 48 петель, вот 4 петли мы аннулируем, 4 петли регланной линии, то по итогу у нас горловина должна быть из 44 петель. Вот здесь вот, видите, регланная линия, опять я пропускаю 2, а не одну. Для того, чтобы все у нас было красиво. Так, и буду вязать вверх. Я не знаю, сейчас буду смотреть. Ну, я вам обязательно потом скажу. Сколько я провязала именно для своей горловины. Здесь вот тоже у нас я две как бы пропускаю. И теперь вяжу вверх лицевыми петлями. Здесь сейчас вы можете проверить, влезает ли головушка ваша. Ну, я думаю, на 44 петли влезает, и все у нас отлично. Так, все, девчонки, вяжем вверх. Моя горловина, и я провязала 10 рядов, не считая того наборного ряда, который я набирала, и закрываю петли. Опять же, от вот этой последней петли я двигаюсь как бы обратно.
Так, и последние две петли распускаю из основной нити. Я уже крючок взяла. Так, теперь здесь продеваем нить в последнюю петлю. Далее первая петля, мы пропускаем через нее и возвращаем в петлю. Вот так вот. Так. Если вы хотите с отворотом, то вам нужно вязать обратно. Ну, то есть здесь лицевая гладь, а внутри изнаночная, чтобы вот так вот отвернуть. Либо пусть у вас будет лицевой гладью, как отделка. Ну, в общем, смотрите, девчонки, тут уже на ваше усмотрение. Высоту вы тоже, у меня 10 рядов, а вы смотрите по своему усмотрению. Ну и все, осталось мне в принципе только демонстрация на себе. Ну вот, девчонки, мой результат. Довольно я, кстати, результатом, должна сказать. Очень такая удобная вещь, мягенькая, приятненькая. Очень-очень удобно, правда. Вот, и комфортно, как бы, как сидит, нигде не тянет, нигде не мешает, все сидит идеально, с идеальной посадкой вещь получается. Вот, это у нас без горловины сейчас, вот, ну и далее будет с горловиной. Что хочу, девчонки, сказать, спасибо за просмотр вам, спасибо за ваши лайки, комментарии. Это мне очень помогает. Еще, если вам было полезно это видео, вы можете поблагодарить при помощи функции супер лайк, которая под видео есть такое сердечко с денежкой, то есть на ваше усмотрение суммы. Допустим, вы связали джемпер и решили, что хотите отблагодарить меня за мастер-класс. Вот. Любые другие, как бы, способы есть под видео в описании. Да, тяжелое у нас время, поэтому вот так вот приходится мне озвучивать. А на сегодня я с вами прощаюсь. Вот, видите, с горловиной. Вот, с вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.